Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. На этой неделе сосредоточьтесь на вопросах, оказывающих непосредственное влияние на ваши деньги и прибыль. Телец. Вы почувствуете, что слишком много чужих дел и мнений влияет на вашу жизнь. Пересмотрите ваше отношение к окружающим. Близнецы. Неделя благоприятствует поездкам и приключениям. Вы отдохнете, наберетесь новых сил и в вашей голове появятся отличные идеи. Рак. Впереди у вас удачная семидневка. Вы с удовольствием встретитесь с друзьями и поможете в организации крупного мероприятия. Лев. Вы добьетесь наибольшей выгоды на работе благодаря смелости и откроете, что действительно важно для вашего начальства. Дева. Перед вами откроются новые перспективы в карьере. Ваши таланты и способности заметят, оценят и начнут продвигать. Весы. Период, когда вы будете завалены различными делами. Не принимайте участие в авантюрах. Это может дорого вам обойтись. Скорпион. На этой неделе ваша интуиция будет работать на самых высоких оборотах, и ее подсказки помогут вам выйти из любых неприятностей. Стрелец. На работе новое профессиональное предложение может оказаться более интересным, чем вы изначально о нем думали. Козерог. Данное время подходит для отдыха и развлечений. Если вы чего-то давно хотели купить, не откладывайте на потом. Водолей. Прояснится какое-то давнее дело, а на работе руководство найдет, наконец, время поговорить с вами о повышении зарплаты. Рыбы. Данный период располагает к завершению дел. Окружающие могут попросить у вас помощи. Не отказывайте в просьбе. Выбрать за вас, но будет лучше, если вы выберете то, что вам нужно. Сделайте свой выбор на сайте rta-telecom.ru, и мы поможем вам.